Всем доброго дня, это Гелиосар и «География просто», учебник под редакцией Климановой 5-6 классы. Что ж, 49-й параграф «Атмосферное давление». Как и вода в мировом океане, как и горные породы в земной коре, воздух вокруг нас тоже имеет вес. Да, очень небольшой, но извините, когда этого самого воздуха десятки километров, все-таки вес у этих километров присутствует. И этот вес в целом называют атмосферным давлением, то есть то, с какой силой воздух давит на Землю. Ну и на тех, кто по этой самой Земле ходит. На картах, которые сопровождают прогноз погоды по телевизору, часто можно увидеть большие буквы V и N. Высокое и низкое. Этими буквами обозначают высокое и низкое атмосферное давление. В областях высокого давления воздух обычно опускается и давит на земную поверхность с большей силой. Там же, где атмосферное давление низкое, воздух движется вверх, и у поверхности Земли давление уменьшается. Движение воздуха в нижних слоях атмосферы может принимать самые разнообразные формы, от легкого дуновения до ураганных порывов. Любые перемещения воздушных масс в горизонтальном направлении мы называем ветром. Дело в том, что движение воздуха вверх-вниз – это не ветер. Это он зависит от температуры. А вот движение ветра вдоль земной поверхности, это, собственно говоря, и является ветром. Так что вот это стоит внимательно учитывать. Ветром называют движение именно вдоль Земли, то есть горизонтально. Ветры на Земле дуют с разной скоростью. Чем выше скорость ветра, тем больше его сила. Ветер, едва колышащий листья деревьев, дует со скоростью не более 2 метров в секунду. Ветер скоростью 5-7 метров в секунду поднимает с дороги пыль. Когда скорость ветра достигает 10 метров в секунду, ветер начинает свистеть между домами и неподвижными предметами. Так, ну и на вот этой картинке мы видим маленький такой показатель, что над уровнем моря давление показано как 760 миллиметров ртутного столба. То есть воздух давит на, так сказать, специальное устройство, вот этот самый ртутный столб, ну он там несколько сложнее сделан, но измеряют именно таким вот образом, благодаря ртутному столбу, давит с определенной силой. И на шкале мы видим 760 метров в секунду. Чуть поднявшись в горы, мы видим, что давление уменьшилось. Почему оно уменьшилось? По очень простой причине. Мы поднялись, воздуха над нами стало меньше. Вот давление и уменьшилось, собственно говоря. И, соответственно, вот здесь вот, на вот этом значении, давление будет больше. В самом низу давление будет больше, потому что над нами будет еще больше воздуха, чем над уровнем моря. То есть здесь давление будет еще больше, и, соответственно, на вот этой вершинке давление будет опять-таки меньше. Но оно будет меньше, чем 760, но больше, чем 600. Такой вот момент. Здесь на вот этой картинке показано, как, собственно говоря, образуется у нас ветер. Все довольно-таки просто. На самом деле, как движется ветер? Когда солнце нагревает землю, воздух становится теплее, а есть такое правило – теплое всегда легче, чем холодное. Поэтому холодный воздух опускается вниз, теплый воздух поднимается наверх. Поэтому, собственно говоря, когда у нас тепло, давление повышается, воздух нагревается, поднимается выше и давит намного меньше. Соответственно, в данном случае холодный воздух будет давить несколько более сильно на поверхность Земли. Такая вот у него особенность. И в чем суть, как образуется ветер? Значит, солнце нагрело, воздух поднялся, но наверху он остыл. И вот таким образом происходит определенное перемешивание, можно сказать, воздуха. При этом на воздух еще влияет и влажность. Естественно, что влажный воздух будет тяжелее, чем сухой воздух. Во время шторма воздух за одну секунду может пролетать более 20 метров, а во время урагана более 30 метров. Самыми же сильными ветрами на нашей планете считаются смерчи, которые летят со скоростью более 100 метров в секунду, производя катастрофические разрушения. Во многих уголках земного шара люди давали постоянно дующим в их местности ветрам свои названия. Например, Хамсин в Египте, Баргузин на Байкале –
Мистраль во Франции. Мистраль – это название ветра, как и Баргузин, например, это название ветра на Байкале. Но имя есть у любого ветра на нашей планете. И оно совпадает с названием той стороны горизонта, откуда дует ветер. То есть, если ветер дует с востока на запад, это восточный ветер. Ну и, соответственно, если с запада на восток, то, соответственно, это западный ветер. На берегах морей и крупных озер возникает ветер бриз, который меняет свое направление два раза в сутки. На побережьях некоторых океанов дуют муссоны, ветра, меняющие свое направление дважды в год. Причем как бриз, он сначала, если не ошибаюсь, дует с берега в сторону воды, а во второй половине дня он начинает дуть наоборот, со стороны воды в сторону берега. Это связано с разницей в нагреве суши и воды. Соответственно, ночью суша остывает, вода все еще теплая, поэтому ветер дует в одну сторону, и наоборот, суша во второй половине дня суша нагревается сильнее, и ветер меняется. То же самое и с муссонами, но здесь уже имеется в виду нагрев лета и зимы. Вот такие вот у нас ветра. Человек живет под прессом атмосферного давления. Земная поверхность нагревается неравномерно, поэтому атмосферное давление над различными ее участками не одинаково. Это вызывает движение воздуха, то есть ветер, дующий из областей высокого атмосферного давления в области низкого атмосферного давления. Ключевые слова и выражения. Атмосферное давление. Но это то, с какой силой воздух, весь объем воздуха, собственно говоря, давит на поверхность Земли. Ветер – это горизонтальное движение воздуха. Бриз и муссон – это специфические ветра. Бриз, он меняет свое направление дважды в день. А муссон, он меняет свое направление дважды в год. То есть, если не ошибаюсь, муссон весной, по-моему, дует со стороны моря в сторону суши, а осенью, наоборот, со стороны суши в сторону моря. Ну, по-моему, вот так вот. Так. Дайте определение понятия атмосферное давление, выделив его существенные признаки. Ну, атмосферное давление – это то, с какой силой воздух давит на поверхность Земли, ну и всех, кто по этой поверхности ходит. Так, и какие у него бывают признаки? Атмосферное давление бывает высоким и низким. Зависит это от температуры, собственно говоря, воздуха. Пользуясь рисунком, скажите, как атмосферное давление изменяется с высотой? С высотой атмосферное давление падает, так как воздуха становится над идущими меньше, и поэтому давление его немножко, но ослабевает. Как взаимосвязаны температура воздуха и атмосферное давление? Достаточно напрямую, потому что теплый воздух, он поднимается выше, повышая давление, а холодный воздух, он наоборот, достаточно такой тяжелый, поэтому он опускается вниз и увеличивает это самое давление. Атмосферное давление и ветер. Соответственно, ветер возникает в местах, где сталкиваются между собой те самые два атмосферных давления. Низкое и высокое. Высокое всегда стремится попасть туда, где у нас идет низкое атмосферное давление. То есть, как бы уравновесить между собой вот эту разницу давления. Но так как Солнце постоянно нагревает или наоборот его нет и происходит остужение земной поверхности, то ветер постоянно образуется. Мэри Поппинс прилетела с восточным ветром. Как она перемещалась? С запада на восток или с востока на запад? Она прилетела с восточным ветром, соответственно, с востока на запад. Так, как вы думаете, почему ветер называют по той стороне горизонта, откуда он дует, а не наоборот? Ну, извините, если вы назовете южным ветром, который дует со стороны севера, то, знаете, это будет несколько глупо, потому что северный ветер будет нести вам холод, а вовсе не тепло. А южный ветер будет наоборот приносить, то есть ветер, который дует со стороны юга на север, он будет приносить вам тепло. Ну, учитывая, что мы живем в северном полушарии, и на севере у нас холод, а на юге у нас тепло, то вполне себе очевидно, почему, собственно говоря, именно ветер, дующий с севера на юг, назвали северным. Ведь именно северный ветер приносит холод, а южный ветер приносит тепло. Подумайте, в каком случае сила ветра будет больше? Если он дует между пунктами с атмосферным давлением 760 и 740, или между пунктами с атмосферным давлением 760 и 710? Соответственно, между вторым
будет, потому что разница между давлениями, она и определяет силу ветра.